усій області, спортивний ярмарок міста Харків! Ну і, звичайно, Харків – це перший спорт-сіті в Україні. У нас, Сергій, якщо подивитися, то можна побачити цей класний новий логотип спортивного Харкова. Что такое успешный город? Это прежде всего спортивный город, так? Это прежде всего здоровый город, так? Мы спортивны, мы модны, мы успешны! Праздником всех! Мы каждый год открываем школьные стадионы. У нас работают великолепные детские и юношеские спортивные школы. И для нас очень важно, чтобы город был спортивный. Потому что успешный город – это спортивный город. Даже для европейских либо американских городов спортивная стратегия не является первичной, к сожалению. Но те города, которые ее применили, они показали сумасшедший рост, там, трафик, привлечение, вовлечение людей, там, продолжительность жизни, привлечение туристов и так далее и тому подобное. В Украине практически никто не использует это действительно как стратегию города. Мы здесь действительно первые, и это действительно правда, и я думаю, что мы никому не дадим наше первое место. Сейчас мы хотим вывести бренд города, бренд спортивной столицы на новый уровень, чтобы он стал узнаваемым внешнему потребителю, то есть во всей Украине, на международных соревнованиях. Для этого мы задали себе вопрос, что же общего у спорта, у всех, да, направлений, видов спорта. Мы пришли к мнению, что это импульс, это движение. Это то, что, собственно говоря, изображено на нашем логотипе. Это линии, которые символизируют направление, движение. Все это мы хотим попросить наших партнеров, попросить наших родителей, детей сделать действительно этот бренд популярным как внутри Харькова, так и всей Украины.